Здравствуйте, разрешите? Проходи. Буду краток, товарищ Рябинин. Самую суть. На Зареченской нефтебазе, точнее, в ее филиале, недостача 90-м бензина. Ваш коллега, следователь Гуров, арестовал по подозрению товарного оператора базы Топтунова. А подозрение в чем? По какой статье? 93-й прим. Хищение в особо крупных. Но суд, не удовлетворенный результатами следствия, не нашел достаточных доказательств виновности оператора. Могли бы осудить за халатность. А, молодец. Бензин украден, осудить за халатность. В общем, вернули на доследование. Принять к производству. Передается вам. Слушаюсь. Но прямых доказательств хищения нет. Я все перекопал. Неудобно как-то получилось. Вроде я тебе дорогу перешел. Да что ты, я тебе даже благодарен. Безнадежное дело. Никаких выходов. Один человек получает, отпускает. И он же материально ответственное лицо. Добрый день. Здрасте. Все упирается в него, в Топтунова. Остальных можешь только подозревать. Я проверил все каналы. Никаких выходов. Куда утек бензин? Некуда. Так что извини за подарок. Гражданин следователь, я пришел. Слушаю вас. Я пришел с повинной, я хочу чистосердечно. Нет, я слушаю, слушаю вас. Суд учтет, что я чистосердечно сам. Поздно, гражданин Петельников. И явка с повинной, запоздалое раскаяние. Здорово. Здорово. Привет. Прошу. Ну что, как ты тут? Управляешься? Да стараюсь. Я в этом кабинете всего неделю. А это что у тебя за дело? Бензобаза. Бензобаза, та самая. Ну-ну. Теплая у них там компания. Представляешь, Серега, сосут бензин, видно, уже не первый год. И Кривощапов этот. Кто такой? Фигура. Что за Кривощапов? Да, завбазой. Кругом друзья. К нему в сауну начальство со всего города едет. Случай непростой, так что ты это учти. Ладно, учту. И смотри осторожнее. В каком смысле? Да во всех. Ты что, Вадим, присмирел, что ли? А я смотрю, что с тобой случилось? За полгода ни строчки, на письма не отвечаю. Ну, думаю, либо пострелили, либо женился, что ли? Нет. Нет? Нет, все по-старому. Все по-старому, Серега. За воришками бегаю. Было тут кое-что и посерьезнее, кстати. Сразу после того, как ты на учебу уехал. Ну, дали звездочку. Я тебя поздравляю. Спасибо. Не жалеешь, что бросил живую работу? Ну, что поделаешь? Это не я ее, она меня бросила. Ты же помнишь, я тогда после ранения ходил по врачам? Ни в какую. Ничего, попробуем. Правда, уж больно много бумаг. А прав мало. Алексей Дмитриевич, к вам. Спасибо. Вот сюда. Мой директор уже там есть.
Вот надо, чтобы не мы им помогали, чего-то. Здравствуйте. 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 Товарищ Юханов. Да. Следователь Рябинин. Слушаю. У меня к вам несколько вопросов. Ниночка. А? И не забудь поставить резерв на пятницу. Хорошо. Алексей Дмитриевич, вы, конечно, в курсе, что на вашей базе... В курсе, в курсе. Спрашивайте. Ну и что вы думаете по этому поводу? Ничего не думаю. Вы понимаете, я, собственно, отвечаю за техническую сторону дела. Насосы, баки, манометры. Вот моя специальность. А к живому бензину я, в общем, отношения не имею. Понятно. А в каких вы отношениях с оператором Топтуновым? Нормальных. Я со всеми в нормальных отношениях. Вот как? И с начальством? И с начальством тоже. Хорошо. Ну, а что, по-вашему, могло случиться с бензином? Ну, мог он пролиться, протечь? Не знаю. За систему трубопроводов я ручаюсь. А куда же девались 90 тонн? Как вы думаете? Не знаю. Повторяю, за технику я ручаюсь, а люди... Люди — это ваша специальность. И все-таки? Ну, если бы я начинал думать, я бы подумал о Кривощапове. Почему? Потому что он начальник. Ясно. Значит, Кривощапов сам отпускал бензин в отсутствие Топтунова? Не знаю, не видел. А Топтунов впоследствии утверждает, что отпускал? Если он так утверждает, значит, так оно и есть. Ему виднее. Хотя, как я понимаю, его показания цены не имеют. Вот как? А почему? Потому что он сидит в тюрьме под следствием. Ну, а в принципе, это возможно? В принципе, у нас возможно все. И все-таки, на кого бы вы подумали? Алло? Ну, какая разница, на кого бы я подумал? На того, на другого. Алексей Дмитриевич, важно к телефону. Важно ведь не думать, доказать. Извините. Пожалуйста. Да, я. Да нет, следователь ходит. Ну да. Цистерны к нам приходят маркированные. Ну, конечно, без плюс-минус не бывает. И какой же реальный минус? 10-15 литров, не больше. Ну, тоже немало. Немало. Но 90 тонн не набегает. Никак. А вы хорошо умеете считать. Ну, а как выдается бензин? Надеюсь, не молочной кружкой? А это вот здесь. Прошу вас. А вот это наша Клава. Здравствуйте. Прислали вместо Топтунова с головной базы. Так. Вот эти емкости тоже маркируются. Вот видите, табличка. 4630 литров. И тоже плюс-минус? Ну, конечно, плюс-минус. Хватит? Давай еще. Подержите. Пожалуйста. Скажите, а как вы определяете, что хватит? На глазок? Да не. Вон там есть заводская штуковина такая. По ней определяем. Спасибо. Да, пожалуйста. Хорош! Без пачки десятки, да? Ничего. Скажите, а вот есть приборчик, вы им как? Ареометр, что ли? Да. Есть. Вот он. И термометр есть. И в накладных? Все отмечено. Да, папочку не забудьте, пожалуйста. Ну что, может быть... Ко мне в кабинет? Пойдемте. Пойдемте. Вот, пожалуйста, прошу вас. Ну, как вы успели заметить, база у нас небольшая, а вот хлопот-то много. Что вам еще сказать? Обеспечивал бесперебойность и ритмичность веренного мне предприятия. Так это вы... В интересах предприятия отпускали бензин в отсутствие Топтунова?
А почему вы скрыли от следствия, что отпускали бензин без него? Отпускал. Отпустил целых 90 тонн. Ну, 90 не 90, а порядок выдачи нарушался. Порядок выдачи нарушался, спорить не стану. Но разве только в этом порядок нарушался? Вот взгляните. Это акты инвентаризации. Я их каждый месяц подписываю, не глядя. А куда я денусь? Железная дорога не ждет, поставщик не допоставляет, а план трещит, а вы говорите нарушение. Нарушение. Я бы вам мог такое тут порассказать. Безусловно, расскажете. Придется нам с вами поработать. Вот я сразу понял, как только вас увидел, поэтому готов отвечать, не дожидаясь ваших вопросов. Ну, скажем, кроме городской квартиры, у меня есть еще дача, машина, которую вы видели, старенькая, и собака. Ну, что еще? А сауна? Сауна. Правда, не моя, государственная, но все же. Зарплата у меня 200 рублей, но очень приличная премия. Ваш предшественник, то еще... Гуров. Гуров, да. Он тут все тщательно исследовал, но, к сожалению, так ничего и не выстроил. Да вы сами можете у него все узнать. Хорошо, я поинтересуюсь. А сейчас пока подпишите бумажку. Подписку о невыезде? Что я говорил? Скажите, это не вы стояли у ресторана «Колос» на посту? Нет, не я. Очень похож. Просто одно лицо. Вы меня разыгрываете, это вы были. Нет, не я. Вы? Нет. Я работал оперуполномоченным в уголовном розыске. Значит, пошли на повышение? Ну, это как сказать. В добрый час. Спасибо. Бумажечку не забудьте. Мало ли понадобится. Да нет, не забуду. Извините. Алло? Да. Стоило проводить повторную инвентаризацию, чтобы подтвердить первую. А бензин течет. Куда? В сторону. Вот смотри расшифровку. У Гурова сколько было? 90. А сейчас? 92, что ли? За 3 месяца 2 тонны. Ну и что? А то. Топтунов сидит, а бензин течет. Это еще, между прочим, ничего не значит. Ну, пойдем. Ровным счетом ничего. Топтунов воровал не один, это ясно, у них тут мафия. И пока он там в тюрьме крутит, мол, никого не знаю, никого не подозреваю, они здесь сосут бензин. С умыслом причем. Мол, зря сидит, бензин-то течет. А все ясно. А вот некоторые легковерные следователи, вместо того, чтобы придавить, расколоть. Некоторые начинающие следователи, я бы так сказал. Пусть так. Угу. Сережа, придави Топтунова. Пока он там, а они здесь. Если он заговорит, выйдешь на Кривощапова, я вот так в этом уверен. На выход.
Расскажите, как похитили бензин. Я не похищал. А куда же он делся? Не знаю. Ну, не знаю я! Жил себе. Мне до пенсии полдня оставалось. И вдруг вор. Понимаешь, что так не может быть-то? Вор он постепенно происходит. Я бы миллион бы нагреб. Но ведь Гуров-то был у меня. Ну, он же хоромы-то мои видел. Да. А бензина нет. Тут ведь без вора не обошлось. Но вы старший оператор. Ну? Вы. И только вы отпускали бензин, так? Это вы о заведующем. А Кривощапый, значит, да? Да, он тоже отпускал бензин. Но при мне. Всегда в моем присутствии. Понимаете? Ясно. Ясно. Ну что ж, благородно с вашей стороны. Вы знаете, Топтунов, я решил освободить вас из-под стражи. У меня нет законных оснований держать вас дальше. Сроки вышли. А. Так что распишитесь вот здесь. Вас сильно припугнули? Меня? Припугнули? Ну, или посулили одну из двух. Ага, или я сам вор. Нет уж, разбирайтесь. Ну что, проявил гуманизм? Ты о чем? Выпустил Топтунова. Ну, а что делать? Человек 3 месяца под стражей. Без доказательств. Ты надеешься на что-то другое? Я думаю, что я прав. Человек сидит в тюрьме, а бензин-то течет. Те 2 лишних тонны, которым так обрадовался. Тебе же их подсунули. Куда ты их денешь? Что ты с ними будешь делать? Кстати, тебе никогда не приходил в голову моральный фактор? То есть? Извини, конечно, но мы с тобой не совсем чужие люди. Я, можно сказать, в некотором роде твой крестный отец. Когда тебе было трудно, когда тебя забраковали после ранения, я все, что мог. Ты сделал больше, чем мог. А хочешь, Серега, всю правду? Хочу. Дело тут не в моих амбициях. И не в том, что ты проявил гуманизм за чужой счет. Просто у меня опустились руки. Потому что наш удел — стрелочники. Может, ты зацепишь еще какую-нибудь рыбешку мелкую. Не Топтунова, так Юханова или еще кого-нибудь. А дальше все. Никаких концов. Ну как? Никак. Да, верно говорят, сам не отмажешься, никто тебе не отмажет. Это я же там слышал. Да. Ну, пока. Да.
Приехали, Олег. Ладушки. Местечко тут что надо. Ну, давай, давай, выгружайтесь. Ну, Серег, помогай. Ну, чего-чего, помогай. Доставай вон рюкзак. Палатку будем ставить? А как же, обязательно. Держи. Здесь она лежит. Сейчас перекусим легонько, а уж на завтрак я вас рыбкой угощу. Слушай, Саня, может, мы на этой базе бензинчиком разживемся? А что, это мысль, попробуем. И дождался. Ты где? Что там случилось? Ну что такое? Иди уже! Тогда я вам про эти 2 тонны не сказал, потому что думал, 2 тоннами больше, 2 тоннами меньше. Короче, обнаружили неисправность патрубки. А механика вызвать довольно трудно, потому что он у нас по совместительству. 2 дня у нас, 2 дня в другом месте. Да и поначалу только капало. Полило-то ночью. Предвижу ваш вопрос, чем докажу. Есть площадь пролития, присыпана песочком. Так что экспертиза это может подтвердить. А дальше? Дальше. А что, собственно, дальше? Все? Где остальной бензин? Ну, эту тему, по-моему, с вами уже обсудили. 2 тонны я беру на себя. Причем, как вы понимаете, это не хищение, а халатность. Только вы экспертизу проведите, чтобы все было... Обязательно проведу, проверю. А вас халатность устраивает? Если я вам больше не нужен, я пойду. Идите. К сожалению, очень похоже на правду. Он не зря настаивает на экспертизе. Потому что экспертиза покажет, не сомневаюсь. Но если верить ему, то не остается ни одной версии. И эти 2 тонны можно спокойно выбросить из недостачи. И получается, что сначала
следствие, никто ничего не крал. Так и никто и не мог красть. Вор сидел в тюрьме, ты его выпустил, и он сбежал. Не понял, повтори. А и понимать нечего. Сбежал. Вот как чувствовало мое сердце. Топтунов утопал. Укатил на своем велосипеде. Да? А ты его ищи. Ищи, ищи. Может, ночью заявится. А по реке утренним катером? Пристань под наблюдением. А если вчера отплыл, его бы на угольной встретили. Скажу. Так. А что говорит жена? Да она только плачет. Ушел из дома на работу и больше не возвращался. С нефтебазы пошел домой. Буквально все в один голос твердят. С Топтуновым вы в каких отношениях? Ну, прекрасных отношениях. Нормальный человек. Я думаю. А если поподробнее? Что поподробнее? Я с ним давно работаю, очень хорошо. Знаю, даже семью знаю, жену знаю. Вообще, ну, нормальный человек. Мы все обшарили. Ну, а как вы относитесь к пропаже? Забился в темный угол и сидит. Ну, 90 тонн сегодня. Да откуда же я знаю? Жаль. Я не понимаю, как могло это исчезнуть. Была возможность прижать эту шайку. Ну, а что вчера произошло? А что вчера произошло? Я ничего. Я выбил дверь. Я на нефтебазу. Хорошо. Ну, а теперь? Что ты намерен предпринять? Ну, вернемся все-таки к Топтуновым. Ну, давайте вернемся, пожалуйста. Какие у вас отношения? Да я же сказал, это дальше ничего. Я говорю, нормальный, хороший. Ну, какой у него моральный облик? Не знаю. Нормальный человек, вот, на доске почета. Надо искать Топтунова. Рабочий, рабочий. Хорошо, а как вы? Искать. Что? Мог он иметь отношение к пропаже? Ну, почему я должен отвечать за других людей? Я знаю, что я ничего не брал. Это же ваш друг. Почему мой друг? Мой друг? Кривощепов потому и признался в пролитом бензине, потому что знал, что нет Топтунова. И он снял с себя подозрение этими 2 тоннами. Остальное, мол, все на Топтунове. А Топтунов-то лег на дно. Слушай, не раздумывай. Бери Кривощепова, пока они окончательно не замели следы. Не посыпали их песочком. Дом в коврах. Дача. Машина. Он же плюет нам в глаза. А мы с ним чикаемся. А что ты предлагаешь? С ними, со всеми. А? Пусть он докажет, откуда у него все это при его зарплате. Нет, Вадим. Это не он. Это мы должны доказать. А он чист и невиновен. И добро это наше-то честным путем. Пусть там будет хоть 1 000 000. Пока мы с тобой не доказали, где, когда и, что характерно, как, он его украл. Понятно тебе? А иначе дай нам волю. Только закон, Вадим, он охраняет. А по уголовному кодексу? А по конституции? Ну, послушай, тебя так вроде нет виноватых. Никто не виноват. И пусть все идет, как идет. И пусть они нас жрут. А мы пока посидим, подумаем, порассуждаем. А ты знаешь, я стану медленнее бегать, если рассуждать начну. Виноват, не виноват. Что он за человек, за которым я бегу? Да факт, я стану медленнее бегать. Ничего, Вадим, подгонят. Ищи Топтунова.
Здравствуйте. Здравствуйте. Собираетесь в дорогу? Ага. Далеко? Далеко. Один путешествуете? Да нет. А где остальные? Уехали. А чего же вас-то бросили? А вам какое дело? Да так просто. Ах, просто. Еще вопросы будут? Будут. Вы здесь ничего необычного не замечали? А вы что? А из милиции? Именно. Ну что здесь необычного? Берег мертвый. Бензином несет за три версты. Бензином? Соседи делятся. А вот это уже называется провокация. Я законы знаю. Ну, если ничего не видели, может, что слышали? Нет. Ничего не видели, ничего не слышали. Может, вас подбросить? Да нет, спасибо. Кривощапов. Ничего не прояснилось? Нет, пока ноль. Так что ж, опять выходит тупик. Серега, я нашел Топтунова. Сюда, здесь можно пройти. Следы есть, но до воды, видать, с лодкой были. Значит так. Слепки следов сняты, индивидуальные признаки после исследования. Сфотографировано, Сергей Георгиевич. Привязочка есть, река и нефтебаза. А что это за люк? А кто его знает? Ну что, транспортировать будем? Да. А с понятыми как? Отпускать? Протокол подписали? Подписали. Отпускайте. Чего ты пригорелся-то? Ну, кто же мог знать, что так получится? Зачем здесь люк? Насос, труба какая-то. А ну-ка. Так просто.
Как ты его нашел-то, а? Дедукция, коллега. С базы ушел, домой не пришел. Но я и решил тут поискать. Ну и что ты думаешь обо всем об этом? А что тут думать, все ясно? Топтунов ширма. Отставка. Когда ты его освободил, теперь я понимаю, мудро, как всегда. Он стал им не нужен, они его убрали. И тем самым полностью себя раскрыли. Ну и кто они? Кривощапов, шайка его. Вот найдем, кто убил. И все. И они спеклись. Так что теперь твой бензин, это дело второе. Ну, может быть, может быть. И все-таки любопытно, что он лопатой проложил трубу? Даже если вся нефтебаза возьмется за лопатой, им пятилетки ударного труда не хватит. На века сработано. Нет, Вадим, без строителей и техники такую трубу не проложить. Ну, а я чего говорю? Мафия. Кривощапову организовать это, раз плюнуть. Как ты себе это представляешь? Поделись соображениями. Да ты что, Сереж? Неужели непонятно? Это элементарно. Он запросто уговорил какого-нибудь босса и строит реестр. И вот, пожалуйста, качай сколько хочешь. Ну, босса уговорить можно. Но я одного не пойму. Как же работяги? Им же зарплата нужна. Премии, план, перевыполнение, ну и так далее, и так далее. Ну, а потом? Отчетность, проверки, лимиты, финансы, стройбанк, наконец. Но под видом прокладки канализации или водопровода. Ну, кто будет проверять, что в этой дуре течет? Ну, что такое? Что случилось? Все в порядке. Привет. Поезжайте без меня, я вас догоню. Поезжайте. Ну, вы, наверное, с момента пуска работаете на базе. Да бог с вами. Я здесь с 83-го года. А база вам когда построена? Итак, у вас все? Да нет, еще будут вопросы. А может, перекинем эти вопросики на завтра, а? Ей-богу, рабочий день уже кончился. Вон меня ребята ждут. А? А кто строил нефтебазу? СМУ нефтеснаба, наверное. А точнее нельзя? Можно точнее. СМУ нефтеснаба. А проектировал кто? А проектировал, наверное, Гипронефтестрой. Сейчас посмотрим. Это что, у нас? Ну, конечно. Гипронефтестрой. Разрешите. Прошу вас. Так, спасибо за ценную информацию. Скажите, а вот это что? Вот это? Да. Это трубопровод. И что, он ведет к реке? Да, к реке. Прокладывается под землей. А зачем? Что зачем? Зачем к реке? А! Это наш памятник. Гимн, так сказать, головотяпству. Мы их вон сплошь и рядом издвигаем. Лень, понимаете ли, мозгами-то шевелить. Сначала планируют, дают задание подвозить бензин по воде и закачивать прямо в баке. Ну, сама по себе идея превосходная. Прокладывают турбопровод, а потом оказывается, что он не нужен. Почему? Да потому что не проверили, что мелководье, баржи с тестернами подойти не могут. Вот и остается вся эта механика в земле. А все это называется консервация. Да. Нелепая какая-то история получается. Обычная. Забыли, что у нас не Волга,
И сели в буквальном смысле этого слова на мель. Но ничего, вот, провели железнодорожную ветку, трубопровод списали на убытки. Дешевле, чем дно-то углублять. Да и хлопот поменьше. Ну, а фактически, что это получается? А ничего. Так и остался в земле. А использовать это можно? Зачем? Чтобы воровать бензин. До свидания, Виктор Петрович. До свидания. Любой прохожий открывает заслонку, и бензин сам в руки. Понятно. Так вот, почему вы здесь. Именно поэтому. Нет, уважаемый, до свидания. До свидания. Вот видите заглушку? Она находится на территории базы, так что любой прохожий, как вы выражаетесь, до бензина никак не доберется. Ему прежде всего надо будет открыть заглушку. Значит, заглушка находится на территории базы. Я вам даже больше скажу. При сдаче в эксплуатацию мы весь трубопровод на схеме не показывали. Ну, потому что... Ну, всего зачем... доброго, до свидания. До свидания. Зачем нам это, понимаете? Так. Значит, согласно вашим показаниям, вы утверждаете, что за исключением вас, никто про этот трубопровод не знает. Это что же? Допрос? Ну что, что? Какой допрос? Ну, утверждать я не берусь. Предполагать, да, а утверждать нет. Возможно, руководство нефтебазы было в курсе. Да, скорее всего, в курсе, иначе что же это за руководство? До свидания. До свидания. До свидания. Тем более, что нефтебазу сначала сдали, отрапортовали, а потом строили, как обычно. Как обычно. Да. Как обычно. Да, работа у вас, не позавидуешь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего нет. Пусто. Всех отработал. Ничего. Только вот механика нет на работе. Юханова. А почему? А он же у нас по совместительству. Без трудовой по справке. Вчера был, сегодня нет, завтра опять будет. А откуда он? Институт гипронефтестрой. Инженер. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне бы товарища Юханова. А он давно уволился. Спасибо. Да? Здравствуйте. Привет. Я вот к вашему соседу, Юханову. А? Ну, хожу, хожу, а его все нет. Простите, вы не подскажете, где его искать? Только не здесь. Здесь он не живет. А где? Меня его личная жизнь не интересует. А вы когда его видели? Последний раз. 3 дня назад. А что? Утоп. Утоп? А вы с чего это взяли, а? Да на рыбалку собирался. А-а-а. Больше не видела. Понятно. Так он, значит, рыбак? Ну. А-а-а. Катер у него свой. Слушай, друг, мне Юханова повидать надо. А нет его. Давно? Ехал на ночную и с концами. 3 дня уже. Ну и где его искать? Кто его знает? Он своих мест не выдает. Может, вы все-таки подскажете, где Юханов? По моим сведениям, вы с ним друзья. С Юхановым? Ну, это слишком громко сказано. Хотя, наверное, в чем-то ваша информация не лишена правды. Дело в том, что мы с Лешей, с Юхановым, учились в одном институте.
Даже в общежитии жили в одной комнате. Потом я его долго не видел. Ходили там о нем разные слухи. Неудачно женился. Дети, зарплата 120. С работы ушел, запил. Ну, а потом я его совершенно случайно встретил. В будке металлоремонт. Представляете, напильником ключи пилил. Вот судьба, а? Так сказать, гордость нашего курса. Надежда, светлейшая голова и... Потом мы опять очень долго не виделись, вплоть до армейских сборов. И вы рассказали ему о забытом трубопроводе. А, нет. К проектированию нефтебазы он никакого отношения не имел. Я же взял его на работу в 84 году. А это когда было? Ну, вы же в курсе. Юханов работал по совместительству механиком на спроектированной вами нефтебазе. Это ваша подпись. Первый раз слышу. Ну, подпись-то моя. Понимаете, какое дело? Так, между нами. У него актирок, у меня тоже. Ну, как-то мотор у меня там забарахлил, а он мне его отладил. И вообще у Лёшки золотые руки. Ну, я, так сказать, по старинке, по старой дружбе подмахнул, не читая. Совместительство, так совместительство. У нас совместительство даже как-то поощряется. Я сам преподаю в политехе. Ну, а к проектированию нефтебазы он никакого отношения не имел. Можно даже сказать, не касался совершенно этого дела. Так уж и не касался. Хотя, кажется, вру. Касался. Да-да, касался. Как раз мы проектировали очистные сооружения нефтекомбината. Это после того, как я взял его к себе в группу. Ему был поручен блокировочный узел. Он с ним не справился, понимаете. Давно не работал по специальности. И я ему сказал, чтобы он срисовал этот узел с нефтебазы. Ну, со схемой этой самой нефтебазы. Мы тогда еще с ним посмеялись, как инженер с инженером. Над чудом инженерной мысли. А где его можно искать сейчас? Ну, круг его знакомых, женщин. Ну, этого я вам не могу сказать. Мы с ним семьями не дружили. Сами понимаете, круг не тот. Я даже его новую жену или кем она ему там приходится, ни разу не видел. Не видел? Ой, хотя, кажется, все-таки один раз видел. Видел, да. На реке. Они куда-то вниз собирались. Он еще мне говорит, познакомься, а моя, говорит, королева бензоколонки. Ну, помните, фильм раньше был. Пожалуйста, человек. И ведь весьма доволен собой. Угрызений совести ноль, даже минус. И не виноват. Юридически, во всяком случае. Даже на халатность не тянет. Да. Работаем для ловкачей. Оставляем дыры, а они лезут. Может, потому они и воры, что мы разгильдяи. Разгильдяи, воры, дыры. А убийца-то гуляет пока. Соловьев! Возьми всех ребят, кто свободен. Надо проверить все бензозаправки. Может быть, там кто-нибудь стыкуется с неким Юхановым. Да. Там, по сведениям, его дама сердца работает. Да нет, вроде не жена. Ну, в общем, ищите. Королева бензоколонки. Семейный подряд.
Ну что, нет его здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Работаете? Работаю. А отдыхать когда? Отдыхать. Я к вам. Пустите? Прошу. Нет, обратно. Пустите? А это посмотрим. Я к вам на одну минутку буквально. У меня просьба. Я собрался немного полечиться, отдохнуть. Вот. Можно? Как насчет подписочки? А что насчет подписки? Ну, о невыезде. Я могу из города уехать, но ненадолго. Можете? Спасибо. За это большое спасибо. Пожалуйста. Знаете, гражданин Кривощапов? Да-да, слушаю вас. Я бы арестовал вас. Так? Сию минуту. А как это можно? Но, к сожалению, на сегодня еще оснований нет. Правильно. Там в том смысле, что обвинение в халатности для вас явно мелковато. Правильно. У вас на меня ничего нет. Стало быть, я могу ехать? Поезжайте. Спасибо. Отдыхайте, пользуйтесь Спасибо. Благами жизни, чувствуйте себя свободным. Спасибо. Но ничто не вечно. Так ничто. Ничто не вечно под луной. Берегите здоровье. Оно вам в дальнейшем пригодится. Оно всем нужно. И имейте в виду, я работаю. Такие у меня есть. Девушка, а у вас югославские есть? Свечи. Понятно. Ты куда? Сейчас, подожди. Привет путешественникам. Узнаете? А, да, узнаю. А ну-ка, выйди. Что так необходимо? Я прошу вас. Опять вопросы? Ответы. Отойдем в сторонку. Глаз с нее не спускай. Что же это вы мне тогда? На ваших глазах человека убивали. Вы же свидетели. Вы все видели. Ввязываться в драку, а потом отпуск бывает раз в году. А вы нам его собираетесь испортить? Не только отпуск. Я тебе не только отпуск. Ты лучше отойди от меня. Завтра с утра в Каменский горотдел. И, товарищи, я прошу вас, проявите сознательность. Чего это ты, Вадим, а? Спусти-ка пар. Чего ты? Thank you.
Что же теперь? Как? Что будет? Ничего не будет.